Здравствуйте, дорогие мои подписчики, все те, кто зашел на мой канал. Сегодня с вами Галина. Сегодня я сварю суп. Значит, у меня в кастрюльке, как обычно, обжаривается луковица, морковочка небольшая на растительном масле. Так, он уже у меня обжаривается. Переберу сюда, добавляю маленечко капусты. Чуть-чуть. Хватит, две горсточки. Перемешиваем это все дело. Пусть оно обжаривается. Так, сюда же я добавляю нарезанную грудинку свиную. У меня продукты берутся произвольно. Маленько я приставлю это все дело. Вот. Пусть это обжаривается. Сейчас я перемешаю здесь, что у нас есть. Что там все дело. Так, беру кипяченую воду горячую. И сюда же я наливаю воды. Хорош. Пусть кипит. Покипит это все у нас. Здесь у меня картошка. Она отварная, я ее накрошила. Так что она в последнюю очередь закинется. Пока я крышечка накрою, пусть это все у нас закипит. Дальше кипит, шумит, бурлит. Сюда я выкладываю картошку. Картошка у меня отварная. Вот так вот. Так. Это пусть кипнет. Сейчас я еще попробую на соль. Ой, как супчик будет. Не надо больше, хорош. Так, теперь, значит, я сюда добавляю зеленый лучочек. Прямо сюда зеленушку. Ой, какой вкусный суп будет. Классненький. Так, значит, сюда я добавляю. У меня была маленькая петрушка. Я ее тоже сюда добавлю. И добавлю зеленый горошек. Консервированный. 3, 4. 4 ложечки. Так, это все я перемешиваю. О, какой будет суп у меня. Знаете, у меня будет суп. Он густой будет. Как похлебка. Вот такой суп будет у меня. Не буду я добавлять воды. Все сейчас закипит и все в сторону убираем. Все, дорогие мои, вот такой суп у нас получится. Вкусненький. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Все сейчас закипит, я закрываю, выключаю, закрываю все.